разные всемирно известные достопримечательности мира очень важно правильно увидеть первый раз. Мы в Иордании, в Петре. И вот здесь такое впечатление, что сама природа просто позаботилась так, чтобы на нас с вами, знаменитая гробница Набатеев, производила нужное и правильное первое впечатление. И вот эта точка, это, наверное, чемпионы Иордании по количеству ахов, охов, вздохов, по тому, как здесь останавливаются, скинув фотоаппарат, туристы со всего мира, потому что вот отсюда открывается впервые вот этот вид на знаменитую гробницу Набатеев, друзья. Полюбуйтесь и вы им, прошу, это надо видеть, чудо света Петра, город Набатеев.